Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Южный парк, палка истины. Мы продолжаем. Ну что, идем дальше по заданию, так сказать. Посмотрим, что у нас там. А у нас тут... Ой, сколько всего. У нас есть выполненное задание Чел-медведа-свин. А плюс еще найти надо бездомных, воспользоваться бутылочкой, обыщи город и поговори с фермером Биллом. Так, ну давайте-ка мы сначала сдадим задание Чел-медведа-свин, а потом посмотрим, что у нас там будет дальше. Кстати. Так, я собрал многие нычки, которые здесь были. Это очень хорошо. Но... Так... Ага, Элла Гара. Ну ладно, хорошо. Ох ты, ёлки-палки, опять эти ребята! В бой! Давайте будем сражаться. Большая ошибка, да вот уж действительно. Большущая. Выполним землетрясение. Так. Раз. Отличный прыжок. Просто обалдеть, прием вообще отпад. Так, а теперь ты у нас... Что ты у нас делаешь? Вот. Стэн высвобождает своего внутреннего героя боевиков и осыпает врага шквалом ударов. Ну, давайте осыпем. Так. Но! Ни хрена себе он... Устроил. Черт, а? Вот творят-то. Ну, ладненько. Так, вот этого надо замочить. Слушайте, он какой-то живучий. Очень живучий. Метка смерти на вот этого. Так, пометили. Ага, защита хромает. Ну-с, и давай-ка теперь... Ну, чем бы тебя атаковать? Да, честно говоря, даже не знаю, чем, ну давайте... О! Один сгорел! Так, ну-ка... Вообще урона не наношу, надо оружие менять, притом срочно! Так... А ты давай-ка завершай это дело. Готов. Замечательно. Так, ресурсы подбираем. Здорово, эликсир силы, это просто замечательно. Да что ты делаешь, выходи отсюда. Во. А, по-моему, так. Да, вот здесь мы как раз сейчас дадим задание. Это будет самое... Самое то. По пути, так сказать. Во, давай! Good job, Junior Algorian. With all the sensors, не показались ли там крики опять были? I knew it! These are definitely hot Manbear Pig readings. Come with me. I must put this data in the data Manbear Pig base. Куда идти? Ключ от склада? Обратно возвращаемся? Ну, погнали. Кстати, что у нас там? Блин, опять эти крики... Ну правильно, 7 уровень. Конечно, а у нас только 11. На 14 уровне я куплю себе супер убойное оружие. Огненный меч. А ты? Блин, а? Печаль какая, а? Ладно, хорошо. Двигаем. Возвращаемся на склад. Но оружие надо будет определенно обновить. Так, тут никого нету, только бошки оторванные. Обалдеть, а. Какой кошмар. Вот, сюда. Ага. This is very interesting. The sensors have picked up Manbear Pig underneath the ground of South Park. If you know anywhere you can get underground, go there at once and run this defilibrator. Хорошо, только сначала давайте-ка глянем, что у него тут еще есть. Ага, ключ от штаба. Дефибриллятор от Чел-медведа-свина. Господи. Что ж за названия-то такие-то, а? Что, здесь больше ничего, что ли, нету?
Ага, ему пофиг. Полосатая соломинка. Во, рисунок, смотрите. Чел, медведа, свин. Обалдеть. Again, ладно. Место в канализации. Так, а это у нас, постойте, а сейчас мы глянем, что у нас по заданию-то, где это у нас может быть помечено. Магические песни, охота на крупную дичь. Во, сейчас мы, короче, воспользуемся телепортом. И отправимся туда, куда нужно отправиться. Получается, вот сюда. Мы были в этой канализации, как-то выполняли задание. А теперь нам предстоит снова спуститься. Давай спускайся. Где-то здесь. А, камень тот, да? Так, меняем на зонт из жопы. Во. Во-во-во. Здорово. Угу. Просто замечательно. Так, ну вот вроде как-то постепенно мы приближаемся. И надо, по-моему, до отказа... Ой, блин, это кто? Ни хрена себе, так эти я штуки активировать могу, постойте. На складе же тоже есть. Так сказать, эти для активации. Ох ты, ни хрена ж себе. Так. Ну, давай-ка. Вращающийся меч. Нажимай А. А когда так, ага. Давай. Вот это классный прием у него, просто обалдеть. Феноменальный. Так, пучок меха. Отдай данные. Обалдеть. Уже все выполнили, типа. Ну ладно, давайте поднимемся. Может быть, на складе тогда активируем? Там же тоже такая установка стоит. Попробуем. Так. Во. Замечательно. Легкий опыт. Текс. Ага, вот сюда. Господи, куча заданий. Да. На ферму бы попасть. Там наверняка и пропавший ребенок, наверное, есть, да? И бездомного, наверное, найдем. О, стоп, зря! Зря! Стойте, там же еще есть устройство. Вот только я не помню, то ли здесь, то ли в другом. Ну, проходи ты. Нет, здесь я что-то не вижу. Так, это устройство. Но я здесь был, когда я следовал эти вот. Сверху вот находятся сундуки. Я, так сказать, их забрал. Все это дело. Вот это устройство. Оно работает! И без... без этого агрегата. Ну ладно, давайте выполним задание тогда. Какие проблемы? Так. Ну-с. Nice work. I will let you know of any updates on Manbear Peg. Make sure to share the news on Facebook. I'm super serial. Охерительно. Чел медведа свин. Задание выполнено. Черт, и как же мне туда попасть-то, а? Должна же ведь быть какая-то это. Должно же ведь быть что-то. Ну что-то ни хрена ничего и нету. Ладно. Учитывая, что остальные задания у нас находятся в недосягаемых для нас локациях, я думаю, нам стоит... А, кстати, что это? Куда это ведет? А-а-а! Кстати, я же крысы разогнал. При помощи пердежа. А, как бы вот так вот, да? Обалденный, ну, блин. Черт, а? Повсюду они. Ладно. Придется стукнуть как следует. Опа! О, здорово! Так, одного оглушило при том. Так, герой боевика, ураганный. Давайте-ка ураганный тут устроим. Слэш. Dude, what is the hold up? Так.
Крутимся, крутимся. Отлично. Да ты не охренел ли? Так, во, битый. И раз. Так. Здорово. Будет кровью истекать. Так, а ты давай-ка вот с этим теперь. Ха, один готов сразу. Здорово. Крысы котов гоняют. Блин, дурдом-то какой, а. Так, а что если я к этим заявлюсь? Опасным ребятам. Может быть, у них что-нибудь интересное есть? Хотя, конечно, туда вообще заходить не стоило заходить. Блин, я надеялся до последнего, что дверь закрыта. Так, тут надо быть аккуратнее. Здесь мы были, здесь мы были. Что это такое? Целебный эликсир. Обалдеть. Так. Страхи какие! Уходим отсюда. Все. Ты нас не видел. Так, надо найти этих. Оставшихся. Блин, да вы задолбали. Сколько у вас тут, а? Так. И снеговика попутно вырубил. Так, спецатаку. И раз. О, хорошо. Мощное приземление. Ну а ты давай крутись. Ураганный слэш устраивай. Так, давай. Здорово. Вот это да, вот это я вытворил. Так. Здорово. Ну сдохни ты уже, а. Диск метни в него. Так, крутимся. Еще и этого, а? Разбудил. Но он недалеко убежал. Зато деньги с опытом получаем. Это самое главное. Прокачиваемся постепенно. Что не может не радовать. Мне вот одно интересно. Тут у нас какая-то опасная зона. Что у нас там находится? Не нарваться бы куда-нибудь. Так. Твою ж медь, а! Эти ходят. Надо их убрать. Блин, у меня такое чувство, что я на каких-то непобедимых ребят нарвался. Может быть, отчасти это так и есть. Нет, всего лишь обычные. О! Вот это прыжок. Так, стоять. А, нет, стойте, нам надо это. Слэш. Черт, особо ты не послышишь. Ну, давайте... Ну, чё, диск метнуть. Так. Ну, пошло-поехало. Пёс при чём здесь? Так. Вот это обалденная у него, конечно, способность, надо признать. Что-то в этом есть. Пойдет. А это наша способность, да? И никак иначе. Ладно. Так. Ну? Даже не знаю. Ну давай бутылки в него зарядим. Блин, вообще как будто... Ой... Всё. С горем пополам, как говорится. Ну, давайте теперь направо сходим, посмотрим, что там. Светящаяся пыль. Пыль, фигурка Филиппа. Здесь можно нехило уровень прокачать так-то. А куда это в конечном счете нас заведет? Да вы задолбали, сколько вас тут, а? Нас куда-то нелегкая занесла прям. Так... Блин, я не в того. Ох, вас трое тут. А вот это может быть тяжко. Ну ладно.
Здорово! Нокаутировал практически. Одного хотя бы. Надо прокачивать эту способность, она у нас просто убойная. Так, а тут кручение идеально поможет. Так, стоять. Ураганный слэш. Ну давай. Так, нормально. Блин, да что ж пропускать-то можно, а? Так, во, нормально. И? Так вот. Другое дело. Так, стоп, а ты давай-ка у нас диск метни. Ну что-то вообще как будто урона не прошло. Укус зомби-фашиста. Сдох. Так. Да. Все. Обалденно он с мечом орудует. Мне надо тоже меч взять. Ну что, нам куда? До конца вправо идти искать приключения на свою жопу? Куда нас заведет это в конечном счете? У меня такое чувство, что мы сейчас по кругу будем ходить. Как говорится, не заблудились бы. Куда сюда? Куда идем, хер поймешь. Ага. Чё-то мы, походу, уже по кругу гуляем. Твою мать, я, походу, заблудился. Так. Давай, давай, давай. Так. Опять их там трое. Ну опять топнем как следует. Надо из этого леса выбираться. Чё-то нас куда-то нелегкое занесло. А теперь как выбраться, хер поймешь, а? Ну ладно. Давай, высвобождаем. Ураганный слэш. Так. Нормально. Укус. Так. Предлагаю бутылками всех закидать. Ух ты. Чёрт, а. Ну давай диск запульнем. Так. Ну, более-менее. Что случилось? А, сдох. Блин, я думал, в какой-то веке все заблокировать смогу. Ни хрена. Так. Может быть. Так. Черт, кончился пердеж, а? Нормально, одним ударом двоих сразу. Надо говна объесться срочно. А то мы так не вывезем. Победа, опыт. Ну, хотя бы опыт радует, что мы набираем, но... Чё-то мне такое чувство, что... Чё там этот пишет-то? Зацени... Ты, блин, помог бы мне бы выбраться отсюда! Я тут заблудился, твою медь, а! Куда нам? Сюда? О! Это чё это? Grounded, right охренеть! Родители ищут, я в лесу заблудился. Обалдеть. Чё сказал? Какой избавиться? Я тебе избавлюсь. Чё? А, расфрендить.
Чё дадут мне за это задание? Так, стойте. Воспользуйся. Засыпал тебя спамом. Обалдеть просто. Так, ну главное, мы смогли выбраться из леса. Это радует. А то мы бы там, наверное, плутали бы до посинения. Но можно, в принципе, ходить туда и опыт себе набивать, почему бы и нет. Как вариант, весьма неплохой источник дополнительного опыта, что не может не радовать. Так, ну, как бы вот такие дела. Ну ладно, друзья, давайте-ка закончим тут и продолжим уже, как обычно, все. В следующих сериях. Ссылка на плейлист группы ВК, Фейсбук, Твиттер снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Пока-пока.